Командный пункт условного противника точным ударом ракетного комплекса «Точка-У». Совершив многокилометровый марш, дивизион в течение 20 минут развертывает оперативно-тактический ракетный комплекс и готов нанести удар. Аппаратура пусковой в автоматическом режиме решает задачи по топопривязке, расчету полетного задания, наведению на цель. Никакой инженерной подготовки стартовой позиции не требуется. Подъем ракеты начинается за 15 секунд до старта. 11-й, раскреп, подъем! Считанные секунды ракета уходит на цель и поражает ее. В этот раз удар впервые наносит ракета с фугасным зарядом. Группа засечки фиксирует точные попадания. У офицеров расчета в эти мгновения буквально душа поет. И когда ты нажимаешь кнопку, это действительно сердце бьется прям в такт. И я это просто даже словами не описать. В этой жизни уже второй раз пускаю ракету. Так что первую я в 2010 поставил. Сейчас, через 5 лет, у меня второй пуск. После успешного пуска ракетчики поднимают над комплексом российский флаг. Такова боевая традиция.